Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас на обзоре смарт-часы от компании Huawei, модель Watch Magic 2. В описании к видео я собрал для вас ссылки с лучшими ценами на этот девайс. Надеюсь, вы оцените мои старания лайком и подпиской, а также нажмете колокольчик. Не забывайте писать комментарии, для меня очень важно ваше мнение. Часы представлены в двух типоразмерах корпуса – 46 и 42 мм, изготовленного из нержавеющей стали марки 361L и оснащены AMOLED-дисплеями. Младшая модель получила экран диагональю 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек, 46-мм версия 1,39-дюймовый, 454 на 454 пикселя. Сердцем смарт-часов выступает платформа Kirin A1. Аналогичный чип используется в модели Huawei Watch GT2. Объем встроенной памяти новинок составляет 4 гигабайта, из которых 2 гигабайта доступно пользователю для хранения около 500 песен и использования гаджета в качестве независимого плеера. Одной из особенностей модели в дополнение к стандартному пульсометру стала функция фитнес-тренера с персональной системой рекомендаций, предусматривающая мониторинг 8 различных видов тренировок на воздухе и 7 видов занятий в тренажерном зале. Обе модели защищены от воды и выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров длительностью до 10 минут. Смарт-часы умеют не только определять частоту сокращения сердечной мышцы, но и предоставлять информацию об уровне стресса владельца. Девайс также получил функцию отслеживания качества сна. Он способен определять 6 видов сопутствующих расстройств, предлагая около 200 рекомендаций по лечению бессонницы. По заверению производителя, автономность аппарата на 46 мм составляет до 14 дней и до 7 дней для модели в корпусе диаметром 42 мм, в зависимости от интенсивности использования устройства. В самом тяжелом режиме осуществления звонков по Bluetooth часы способны проработать до 10 часов на одном заряде встроенного аккумулятора. Стабильность соединения обеспечивает улучшенный беспроводной модуль с радиусом действия до 150 метров. Напоминаю, все лучшие цены на трекер вы найдете в описании. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, мне будет очень приятно. До встречи на канале «Правильный выбор».